Здравствуйте, с вами Сварог Агро, меня зовут Анна. Хочу представить вашему вниманию новинку оригинатора Genesis Seeds гибрид подсолнечника Экватор. Он устойчив к гербицидам группы имидазолинов, то есть к евролайтингу. А так как мы являемся официальными представителями компании Nertus, мы поставляем нашим клиентам гербицид Евроленд, видео о котором мы уже ранее вылаживали на нашем канале. Подсолнечник Экватор среднеранний, его вегетационный период составляет 110 дней. Особенностью гибрида является пластичность к выращиванию в разных почвенно-климатических зонах Украины. Отличается Экватор высокой жаро- и засухоустойчивостью. Высота растения 165-170 см. Средняя урожайность за годы испытания составляет 36 центнеров, а потенциальная урожайность 56. Экватор устойчив к болезням, как фомоз, фомопсис, ржавчина, ложная мучнистая роса, серая и белая гниль. А самое главное, он устойчив к 7 расам заразихи. А теперь ознакомимся с посевным материалом поближе. На этикетке указано номер партии, год урожая 19-й, протравлены семена протравителем Апрон. Фракция на складе имеется как экстра, так и стандарт. Цены уточняйте по номерам телефона, указанным внизу экрана. А сейчас пройдем на весы и посмотрим вес посевной единицы. Это фракция экстра, 11 килограмм. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем хороших урожаев!